Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза и центральное телевидение. На орбите спутника Земли мощный ракетный носитель выведен космический корабль «Спутник Москвы». Весна, заря, я Алмаз. Человек вышел в космическое пространство. Заря 1, я Алмаз 2. Самочувствие отличное. Кавказ вижу под собой. Алексей, почему молчишь? Алексей, отвечай, почему молчишь? Я первым вышел туда, где никто никогда не был. Мне повезло. Но я помню каждого, кто не вернулся.